матчах команд Суперлиги. 405 мячей имеет на своем счету Андрей Стук, наш прославленный нападающий. Вот всего 3 мяча отделяет Евгения от нового рекорда клубного. Но, я думаю, сам Евгений не зацикливается на этом, не думает он о том, сколько можно забить. И дал ему спокойно. Ну вот здесь вот ошибка защитника, и что? И Дергаев? Нет, нет. А нет, судья засчитал мяч. Все-таки пересек мяч. Да. И ворот Евгений Дергаев. Ну вот, 404-й гол Евгения Дергаева. Подкараулил он ошибку защитника кемеровского Кузбасса и вышел один на один и бросил прямо в ворота. Мяч залетел. Ну вот, сразу 12-метровый. Ну что ж. Ладно, о составах закончим после этого стандарта, потому что сейчас, возможно... Артем Азаров отправляется. Да, ну Артем... Штрафной бокс. Артем Азаров, третий удаленный игрок кемеровского Кузбасса. Ну и вот Дергаев. И Евгений Дергаев может сейчас повторить рекорд Андрея Стука по голам заводник. Удар! Нет, вратарь оказался на высоте. Ну, я хочу сказать, что это первый отраженный пенальти у Евгения Воронкова. По-прежнему 1-0. Анциферов. Подача. Гол. Удар. Гол. И, а по-моему, это гол. Сергей Калинин. Наконец, заводник реализовал свою попытку. А дождь тем временем еще больше усиливается. Причем его сейчас очень хорошо видно по картинке. И гол кемеровчане забивают. Да. Вот так вот. Причем даже удара, по-моему, Богдан Повенский, которого партнеры поздравляют, не наносил сейчас. Такой легкий прострел в сторону Повенского от партнеров был. Перехват от водника и атака левым флангом. Антонов там на ударную пенальти позицию. Пенальти показывает боковой судья. Да, зацепили. Антонова. Да, не сам Александр споткнулся. Придержали его здесь защитники кемеровского Кузбасса. И вот очередной шанс для Евгения Дергаева. Забить 405-й мяч. Сравняться по голам заводник с Андреем Стуком. Да, 14 раз пробивал Евгений пенальти, 9 забил и 5 не забил. Один из них в сегодняшней игре. Да, ну еще вот одна попытка. Второй шанс у Евгения. Замах, удар. На этот раз точен Евгений Дергаев. 3-1. На 70-й минуте Евгений Дергаев с пенальти исправляет свой промах с этого же стандарта в начале второго тайма. И забивает 405-й свой мяч за Архангельский водник в чемпионате страны. А, соответственно, рекорд Андрея Стука он уже повторил. Забил второй мяч, и ответили гости одним только голом. Сделал это Богдан Повенский. И вот финальный свисток Александра Шатунова. 3-1 водник выиграл. Перемещается он на третью строчку в турнирной таблице.